Добрый вечер. В прямом эфире Площадь Победы. Сегодня здесь, у монумента героическим защитникам Ленинграда, прозвучит, пожалуй, самое ленинградское музыкальное произведение. Исполненный достоинства и мужества, символ стойкости, несгибаемой веры в победу и безграничной любви к стране и к городу. Одна из величайших симфоний 20-го столетия. Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Наша, ленинградская, блокадная. 80 лет назад она звучала на весь мир, и не было в тот момент в мире человека, который бы не осознавал такую силу воли, такую силу духа не победить и не сломить ничем. В большом зале филармонии зажжены хрустальные люстры. За пультом Карл Элиасберг дирижирует оркестром Ленинградского радиокомитета, а на фронте артиллерийская операция «Шквал». Именно она и дала 70 минут тишины, во время которой и звучала Ленинградская симфония. Сегодня мы мысленно перенесемся в 1942 год. Вспомним подвиг жителей и защитников нашего любимого города-героя на Неве. Но прежде чем Ленинградская симфония прозвучит сегодня здесь, в исполнении одного из лучших коллективов северной столицы, Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Титова, я предоставлю слово человеку, для которого блокада – это не просто глава из учебника, а личная семейная история. Уважаемые дамы и господа, на сцену приглашается депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Сергей Михайлович, пожалуйста. Добрый вечер, дорогие петербуржцы, дорогие гости нашего города. Для меня большая честь быть сегодня здесь вместе с вами. В эти дни мы чествуем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и его легендарную Седьмую Ленинградскую симфонию, которая, конечно, является не только музыкальным шедевром и объектом нашего культурного наследия, но и показывает всем нам, как музыка способна впитывать и передавать дух времени, а еще вселять надежду и дарить человеку силы. Очень символично, что сегодня этот концерт проходит на площади Победы, нашей общей ленинградской победы, силы и духа несломленного города-героя. Я желаю всем вам теплого, приятного петербургского вечера в компании гения Шостаковича и его легендарной симфонии. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович, за эти важные слова. А сейчас смотрите и слушайте прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург». На площади Победы города-героя Ленинграда звучит седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Дирижер, заслуженный артист России Александр Вениаминович Титов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Стихотворение солдата-артиллериста Николая Савкова, которое он посвятил премьере «Богатой симфонии» в 1942 году. Спустя 80 лет великое произведение прозвучало вновь на площади Победы города-героя Ленинграда, Санкт-Петербурга, в исполнении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Александра Седова. Этим вечером симфония решимости и бесстрашия навела своеобразный музыкальный мост сквозь десятилетия. И в знак уважения и благодарности и героическим музыкантам блокадного Ленинграда, и всем тем, кто сегодня здесь исполнил седьмую симфонию Шостаковича, на сцену вносится букет от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. В память о тех, кто 80 лет назад играл в Большом зале филармонии блокадного Ленинграда, звучат ваши аплодисменты. Это был проект «Музыка несломленного города», который был организован Центром культурно-просветительских проектов «Социум» и телеканалом «Санкт-Петербург». Ноты доблести, надежды и веры, которыми пронизана седьмая ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича, в памяти петербуржцев, в памяти ленинградцев навсегда. Да, я помню, вас сказала про него, я просто вот твои...